из Словакии, from Slovakia, Ipo Iraichova. Tigris Kisumeti, from Finland, Vivekka Lind for us. Россиянка, from Russia, Алина Загитова. И еще российская спортсменка, from Russia, Софья Самодурова. И туристы Швейцарии, from Switzerland, Алексей Паганини. И на нас все Кубова представляет участниц отличительной разминки Лариной Ковальни. Начнет выступление. Она из Франции. 22 года. Четырехкратный серебряный призер чемпионата Франции. После короткой программы занимает шестое место. Skater from France, Lariney Ковальни. She's 22 years old. Four-time national silver medalist and national champion. After the short program, she's on sixth position. Также будет выступать выезд из Словакии Николь Раничева, 23 года. Она пятикратная чемпионка своей страны. Ее лучший результат на чемпионате Европы был шестое место. После короткой программы в наших соревнованиях она пятая. Five-time national champion from Slovakia, Николь Раничева, 23 years old. She takes fifth place after the short program. Да, посмотрите, как они Также выступает финская фигуристка, 19-летняя Вивекка Лингфорс, после того, как программа на четвертой позиции, а чемпионка Финляндии 2019 года. Fourth place after the short program from Finland, Vivekka Lindfors, 19 years old, national champion. Что? Да. Сейчас он представляет российскую фигуристку, 16-летняя Алина Загитова, лидер. Еще не все титулы, но уже есть чемпионка Европы и олимпийская чемпионка. First place after the short program. Just 16 years old, but already Olympic and European champion. Алина Загитова, Russia. Еще одна российская фигуристка в этой группе, 16-летняя Софья Самодурова. Она дебютантка чемпионата Европы, занимает второе место после короткой программы. One more young lady from Russia, just 16 years old, Софья Самодурова. Representing Switzerland, Alexia Paganini. She's 17 years old, but
short program, she's third. До окончания разминки осталась одна минута. There's one minute.